Выездной семинар-совещание с представителями территориальных и участковых избирательных комиссий прошел в Петропавловске. Обучить и дать ответы на вопросы. Для этого в регион приехала секретарь Центральной избирательной комиссии Самила Мустафина. Наша съемочная группа побывала на встрече. В 2018 году расширились полномочия территориальных избирательных комиссий. Стало больше контроля в агитационный период и обновили списки избирателей. А еще теперь депутаты маслихатов будут избираться пропорционально, то есть по спискам политических партий. Изменений много, и все нужно донести до населения. Цель наша – ответить на все эти вопросы. Цель наша – обучить, дать непосредственные знания, ответы, потому что кампания эта внеочередная, проводится она по соответствующим правилам. Есть ряд моментов в связи с изменениями в выборном законодательстве, поэтому наша задача – донести эту всю информацию до членов комиссии. В основном в зале председатели и секретари избирательных участков. В Северном Казахстане их будет 663. В нашем участке около 2000 избирателей. На данный момент выделен кабинет, выделено все необходимое. Мы пришли на данное совещание вместе с заместителем, секретарем, чтобы выборы прошли честно, без всяких нарушений. Семинар проводят каскадным методом. После председателей участков будут обучать членов своих комиссий. Самое главное, чтобы выборы прошли прозрачно, и каждый гражданин Казахстана смог реализовать свое конституционное право выбрать президента. Алена Хана, Дильнуржанов, новости МТРК.